Наверное, каждый из вас когда-нибудь сталкивался с багами в играх, а в открытых играх по типу Minecraft очень легко найти их. Сегодня я вам расскажу о тех багах, которые появлялись в Майнкрафте в 2012 году и существуют по сей день. Если мы поставим вагонетки на рельсы в огромном количестве и сломаем блок так, чтобы они вылетели, то таким образом они будут двигаться бесконечно в одном направлении. Также в эти вагонетки можно сесть и ехать бесцельно прямо. Если вы прыгнете с высоты и вовремя выйдете из игры, то игра будет думать, что вы падаете с той высоты, с которой зашли в игру, и таким образом вы можете избежать смерти. Но нужно учесть, что это работает только в одиночных мирах и только в некоторых серверах. Оказывается, раньше, когда вы ездили на вагонетке в Майнкрафте, ваша голова поворачивалась в сторону, куда вы едете. Но с обновлением это перестало так работать, и теперь ваша голова стоит неподвижно, и это, как оказалось, считается баг. Вы, кстати, можете назвать свой мир, ну, очень длинным. Вам всего лишь нужно зайти в корневую папку Майнкрафта, найти папку с сохранениями и переименовать папку на длинный name. Но через сам Майнкрафт так не получится сделать. Если вы станете вплотную к стеклянным панелям, то вы будете уязвимы для монстров, так как до сих пор данный баг не исправлен. Также работает и с углами. Поэтому не очень безопасно ставить жителя в комнату с углами, ведь его может сожрать тот же зомби. А еще вы можете пробить зомби стрелой через дверь. Вы, скорее всего, сталкивались с таким моментом, когда проходили по песку душ возле лавы и начинали загораться, хотя не попадали в нее. Да, это тоже баг, который не исправили. Если мы подходим к краю песка душ и рядом лава, то игра считает, что мы находимся в самой лаве и мы начинаем гореть. Так же работает и с мобами. Как оказалось, ломая блок земли, выходят частицы именно нижней части текстуры, а не самой травы. Вы можете сказать, мол, это может быть и не баг, а так должно быть, но как бы не так. В ранних версиях, когда вы ломали блок земли, с нее выпадали и зеленые частицы, так что это можно официально прозвать багом. Также есть баг, который игроки бы не хотели убирать, а именно попадание поверх ада благодаря эндерперлу. Ведь тогда вы не сможете строить различные постройки там. Но это не отменяет того факта, что это не фишка Майнкрафта, разработанная моджангами, а именно баг. Вы когда-нибудь замечали зазор между блоком и табличкой? Я, может, и замечал, но не придавал этому большое значение. Но этот зазор есть. И благодаря этому багу мы теперь можем переименовать заднюю часть таблички, даже когда она стоит на блоке. Интересным фактом является еще то, что есть некоторые деревянные блоки, которые не горят даже при ручном поджоге, что впоследствии после поджога постройки оставляют именно эти блоки. Удивительно, но оказывается, если вы будете держать меч на добычу в руках и стрелять из лука, то тогда Майнкрафт посчитает, что вы убили именно зачарованием на добычу, потому что при убийстве Майнкрафт именно считает, что вы держите в руке. Кстати, если вы будете спамить в чате в одиночном мире, то вас кикнет. Но главное, чтобы в мире были отключены читы, иначе у вас ничего не сработает, так как игроку выдается режим оператора. А если вы привяжете моба к забору и убьете его, то намотанная часть поводка на забор останется до тех пор, пока вы не сломаете его или не тыкнете на него. Это можно использовать для разных декораций и детализаций, поэтому этот баг очень выручает строителей. Вот я вам и рассказал про те баги, которые существуют с 2012 года и по сей день. Ставь лайк, если тебе понравился ролик, ставь дизлайк, если не понравился. И пока!